Нерегулируемый переход вовсе не коридор безопасности для пешеходов. Скорее наоборот. В воскресенье на одном из них, расположенном на улице Некрасова областного центра, тяжелейшие травмы получила 19-летняя девушка. Происшествие случайно попало в объектив видеорегистратора. Автомобили в среднем ряду пропустили пешехода. Но молодой водитель ВАЗ-21099, двигавшийся, как видно по записи, на внушительной скорости, не остановился перед зеброй. Девушка выжила, но серьезно пострадала. Девушка 1995 года рождения с открытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, внутричерепной гематомой, переломом основания черепа и в коме второй степени была доставлена в областную клиническую больницу. Водитель на момент ДТП трезв.